Всем привет! Недавно появились утечки о новых ивентах, и в этом видео я подробно о них расскажу. Поехали! И начнем с, возможно, будущего ивента Vans. В Роблоксе появилась вот такая кепка от Vans, и можно заметить, что ее создатель является игрок с таким же ником. И это может напомнить на прошлый похожий ивент от Gucci, поэтому, возможно, Roblox тоже, как и с Gucci, решили сделать что-то подобное. Но, к сожалению, неизвестно, когда начнется этот ивент. Также в Роблоксе появились вот такие аксессуары, связанные с Нерф. Но очень жалко, что на этом и вся информация про них, ведь больше утечек про Нерф не имеется. Надеюсь, вам понравилось это видео, и если я где-то что-то забыл упомянуть, то напишите мне об этом в комментариях. С вами был Филя, всем пока.